Когда вы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас чуточку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас, спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, ну и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и зарядиться позитивом. Да, вот такая вот сегодня веренькая, красивенькая. Смотри, какие классные. Сейчас же сезон начнется, а там зима, лада и прочие дела. Ты знаешь, какие они удобные. О, давай, я эти померю. Классно. У тебя никаких планов сегодня до обеда нету? Отлично. Потому что как приходишь в Абсолют, и ты знаешь, что здесь 10 минутами не отделаешься. Мне еще вон те вот захвати, пожалуйста, я их сейчас тоже померю. Ты видел, какие здесь кнопки? Гоу! На любой цвет, вкус, размер. На твою, ну, красоту, полноту, высоту. Главное, тепленько. Слушай, как мне нравятся все эти бренды, тренды. Вот хочешь Коландия, хочешь North Face, хочешь Champion, хочешь Fila. Ой, ну и что они мужские, все равно красивые. Помнишь, как в детстве пели? Adidas, три полоски. Зато очень модно, красиво и, главное, всегда в тренде. Телеханс, классный бренд. Вообще, мне он очень нравится. Да, дороговато, но в Абсолюте работает система UDS. Это когда накапливаются у тебя баллы, и потом ими же ты можешь здесь расплатиться до 30% от покупки. Ну, как тебе? Что? Ты думала, это моя? Нет, я ее только примеряю. Брать, не брать? Действительно, что тут думать? Тем более в Абсолюте, еще раз повторю, UDS. Вот представь, зимними холодными вечерами сядешь у камина, согреешься и почувствуешь, что жизнь все-таки прекрасна. А где купить хороший камин? Правильно, здесь, в магазине бани, сауны и камины. Кстати, об этом магазине ничего не знала, а он, оказывается, уже в нашем городе 15 лет. Знаешь, о чем я подумала? Я, когда вырасту, построю себе большой дом, приду сюда и куплю самый большой камин. Вот этот вот. А может быть и вот этот. А может быть и вон тот. Ты какой бы выбрала, большой или красивый? Ну, так как у меня будет дом большой и красивый, я бы выбрала... Не знаю. Ты любишь бани? Ну, какой русский не любит баню? А сердце бани что? Правильно, печь. Здесь в магазине ты можешь найти печи как для сауны, так и для русской бани. О, название-то знакомое, да? Гефест. А ты знал, что современные чугунные печи имеют прочную сборную конструкцию без сварных и резьбовых соединений? Да, я такая умная. Ты бы облицовку из чего сделала? Из талькохлорита, змеевика или серпентинита? А, решетку выбрала? Ну ты в своем уме, я полдня эти названия учила. Я тебе так скажу, неважно, какой дымоход ты выберешь, большой, маленький, вот такой вот, раз такой, сякой, рано или поздно его все равно придется чистить. И тогда тебе на помощь придет вот такая вот штука. Кстати, ее здесь тоже можно купить. Ну не благодари. Самая лучшая баня – это та, которая у тебя на даче. Что глазами хлопаешь? Баню строить надо. Смотри, не могу выбрать, какое. Вот такое вот или вот такое? Мне вот это больше нравится, а тебе? Ну, и это тоже нравится. Ну, много у меня колец, и что? А пальцев-то тоже вон сколько. Вот только стоит зайти в Александрит, ты чувствуешь? Эндорфины.
радость. Колечки. Держи лайфхак от Жанны. Кольцо нужно покупать твоего размера, потому что зимой ты его можешь потерять, а летом с трудом снять. Не благодари. Мне, представляешь, ребенок попросил, говорит: мам, купи мне на день рождения печатку мужскую, хочу такую самую настоящую. Ой, невеста. Пойдем посмотрим. Ты только представь, компания «Александрит» дарит всем молодоженам серебряную подкову с бриллиантом на счастье. Все, что для этого нужно, просто выбрать новое украшение. Кстати, его можно купить в любом магазине «Александрит». И получить сертификат, по которому в самый счастливый день, в свадебном сквере, в торжественной обстановке, молодожены расписываются в книге регистрации счастливых семей и получают самый настоящий талисман – серебряную подкову на счастье. Свадьба – это всегда так весело, так весело. Мне очень нравится, когда украшения есть только у меня, вот такие вот эксклюзивные. И ты не представляешь, какой комплект сейчас принесут. И он будет только у меня, а вот и он. А еще в демонстрационном зале салона «Александрит» ты сможешь ознакомиться с последними тенденциями ювелирной моды, получить информацию о заводе-изготовителе, который, возможно, впервые представляет свою продукцию для жителей Твери. Ну вот, это тот самый комплект. Знаешь, чем уникален? То, что это ручная работа, и это выполнено в единственном экземпляре. Ты можешь так носить этот комплект, а перевернуть камушек и совсем другое украшение. Здесь представлен уникальный бренд «Якут Бриллиант», объединяющий в себе итальянскую классику ручной работы и якутские бриллианты, той самой русской огранки. Это когда бриллианты в украшении не облагорожены первой группы цвета. А еще здесь бриллиантовые украшения европейского бренда «Стейл Авеню». Но я хочу обратить твое внимание на эксклюзивную продукцию бренда «Силы природы». Все украшения выполнены вручную в единственном экземпляре. Ну а в платиновом кабинете ты можешь почувствовать себя настоящей VIP-персоной, где в непринужденной обстановке, ну скажем, за чашечкой ароматного кофе, ты можешь выбрать украшение по каталогу или сделать заказ на изготовление изделия по собственному эскизу, а воплотить эту идею помогут ювелиры салона «Александрит». Здесь, в демонстрационном зале, представлены украшения бренда «Геворкян». Это те самые украшения, которые, знаешь, представляют семейную ценность и передаются из поколения в поколение. Ну, как в фильме, помнишь, это кольцо принадлежало моей бабушке. Ты даже не представляешь, какую ценность оно имеет. А если ты растерялась и не можешь сделать выбор, на помощь придут специалисты салона «Александрит». Ну, отсюда просто не хочется уходить, согласись, да? И время как пролетело незаметно. Что-что, это мое, кстати, успокойся. Ну, как будто я здесь купила бриллианты.